Всем здорово! С вами Десамир. Сегодня я вам расскажу о том, как сделать качество звука на вашем видео лучше. В прошлом выпуске я вам рассказывал о микрофоне BM800 и о том качестве звука, который он выдает. Также я вам рассказывал о том, как сделать качество звука лучше при помощи записи его, при помощи программы Adobe Audition. Если вы не смотрели прошлый выпуск, обязательно посмотрите. Уверен, многие из вас найдут в нем много полезного для себя. Итак, как я и обещал, в новом выпуске я расскажу о другом виде микрофона, который я приобрел в Алиэкспрессе. Я очень долго его ждал и сейчас о нем подробно вам расскажу. Andure – портативный конденсаторный мини-микрофон. Ну, не настолько мини, чтобы его не видеть, просто сейчас он закреплен у меня на солнечном сплетении. И сегодня мы будем его тестировать и использовать в разных режимах. Непременно смотрите видео до конца и наблюдайте. Также, что я хочу добавить, я заказал этих микрофонов в количестве 2 штук. Ну, во-первых, для того, чтобы исключить такой вариант, что один из них будет как-то поврежден. Ну, а во-вторых, конечно же, и это основная задача, которая стояла, когда я выбирал именно 2 микрофона. Если будет вести запись с участием 2 персонажей, было бы здорово, чтобы у каждого из них был хороший качественный звук и чтобы каждого из них было хорошо слышно. Поэтому, когда приобретаете данный микрофон, подумайте об этом хорошо. К тому же он не такой уж и дорогой. И если вы посмотрите, опять-таки, видео про BM800, вы поймете, что данный микрофон Andure будет намного качественнее и его будет целесообразнее использовать. Также, помимо микрофонов, я приобрел карту Ugreen. Звуковая карта, она тоже мини, и я вам, конечно же, все это покажу, как это все выглядит. О данной информации я узнал от блогера, спасибо ему. Но так или иначе, даже не пусть это будет не я, но новые видео будут выходить и новые блогеры будут рассказывать о микрофоне Andure, потому что качество зашкаливает за свою цену. И так или иначе, когда-то наступит такое время, когда любой блогер будет использовать данный микрофон, если это будет новичок, у которого не будет средств приобрести дорогостоящую аппаратуру. Итак, продолжим. Ссылку на микрофон, на продукт с Алиэкспресса я оставлю в описании к видео, как и ссылку на видео, в котором я веду видеообзор на микрофон BM800. Но прежде чем переходить по ссылке к продавцу с Алиэкспресса, я немножко вам сейчас сделаю такой краткий обзор. То есть приходит продукт вот в таком пакетике, и вот в таких вот пакетиках каждый микрофон. Ну и благодаря, конечно же, им, хотя и во множество случаев мы, бывает, нелестно отзываемся, но так или иначе они помогают нам сделать качество звука лучше. И что стоит заметить, у данного продавца не было возможности приобрести сразу то, что необходимо. То есть необходимо было у него как сделать? Выбрать ячейку, то есть либо я заказываю 1 микрофон, либо заказываю 2 микрофона, и есть еще такая штука, там адаптер. Ну, пройдя по ссылке, вы можете это все посмотреть сами. И вот я не могу взять и 2 микрофона, и адаптер одновременно. Мне приходится делать 2 заказа. То есть я оформляю 2 заказа, я указываю, что я заказываю 2 микрофона, и отдельно оплачиваю заказ, в котором я указываю, что приобретаю адаптер. И так или иначе, в итоге я вижу только 1 трек, который могу отслеживать. И по этому треку я и думал, что в одной посылке, в одном таком пакетике у меня будет и 2 микрофона, и адаптер. Зачем делать 2 пакетика, я не пойму. И поэтому, когда уже, а это прошло очень много времени, кстати, да, за счет того, что сейчас карантин, и непонятно, каким образом к нам посылки поступают, и вот пришел мне этот продукт, я открыл пакетик и обрадовался. О, все здорово, да-да, классно-классно. Но прошло столько времени, я и забыл, что я еще и адаптер заказывал. И в итоге зашел на AliExpress, начал проставлять, что я получил товар, и тут оба-бац! Мне-то адаптер не положили в пакетик. Ну, до радости и конец, я пошел опять
стоять в очереди, чтобы найти именно свою посылку, но как оказалось, второго пакетика там среди вот этого пакетика, ну, других пакетиков, других заказчиков, которые ожидали своей посылки, я не нашел адаптера. Я написал продавцу, мне сказал: ой-ой-ой, у вас действительно нет адаптера, ой, беда, ай-яй-яй. Ну и так или иначе, я сказал: все здорово, все круто, без разницы. У меня есть два микрофона, они качественные, они хорошо пишут звук, и я своим приобретением доволен. Поэтому будьте осторожнее, тут мой косяк, и, конечно же, всякого бывает, возможно, ну, либо только у меня так бывает. Подскажите, у кого так же бывает, напишите в комментариях под видео, будет интересно почитать. Итак, давайте уже приступим к тестированию данного микрофона, как я и обещал. Сейчас вы слышите и всю запись, которая была до, она была записана при помощи данного микрофона и без какой-либо обработки. Подвешена на солнечном сплетении у меня на футболке и подключена к аппаратура к карте, звуковой карте Mini Ugreen, которую я также заказывал с Алиэкспресса, ссылка на нее будет тоже на эту карту в описании. А сейчас вы слышите звук, который записывается при помощи обычного телефона, смартфона Apple продукции. Итак, а теперь снова вы слышите звук, записывающийся на микрофон. И теперь давайте сделаем вот что. Поднесем микрофон ближе к рту, и вы сейчас даже очень хорошо можете это прослушать, насколько качество звука улучшилось. То есть таким образом, чем ближе к источнику звука данный микрофон находится, тем и качественнее звук вы получаете в результате. И тут такой большой плюс, что нету никакой громадной бандуры, которая закрывает все лицо. Ну или половина лица, когда вы пишете видеообращение к своим подписчикам, как это происходит при помощи записи звука посредством микрофона BM800 и подобных ему. То есть вот именно тот микрофон, который сразу устраняет большинство проблем. И если вы данный микрофон используете в том случае, если вас не видно, то есть вы озвучиваете какую-то картинку, какое-то действие, которое происходит на вашем экране, то, в принципе, вот так вот, поднеся микрофон к рту ближе, качество звука намного будет лучше. И таким образом, конечно, если нужно так, чтобы вы попадали в кадр, его нужно куда-то желательно цеплять, чтобы это было более красиво, а не вот так вот держать. Но так или иначе, и такой вот вариант можно прицепить, приспособу сделать для обычного микрофона, вытащить из него внутренности и подцепить для красоты вот именно данный микрофон, чтобы это было более презентабельно. Итак, теперь что мы сделаем? Мы просто отнесем микрофон подальше. Ну вот, скажем, вот на таком расстоянии, на расстоянии вытянутой руки, и микрофон не касается тела. То есть почему мы микрофон, да, прикладываем именно ближе к солнечному сплетению, там идут такие приятные вибрации, которые улучшают качество тоже. Но вот таким вот образом, если мы микрофон отдалим куда-то, то качество уже будет другим. Что хочется добавить, если вы используете данный микрофон у себя дома, у вас нету записывающей звука студии, то если у вас кто-то в доме еще находится, и тем более, если это кто-то, ну, это не из личного опыта, но так или иначе, он настолько хорошо пишет звук, что вы даже можете услышать, как кто-то спустил какахину в унитаз. Ну и таким вот образом, как она плюхнулась, ну, я просто это представляю, у меня не было такого опыта, я еще раз повторяюсь. Да, и вот таким вот образом, если будет где-то мявкать кот, которого я сегодня ругал, кстати, когда я начал записывать видео, он начал мявкать, у меня просто все пошло, все к чертям. Я с самого начала, я уже устал.
И я записывал очень много и долго, у меня почти уже записалось видео, и как всегда мне помешал код. Вот такая ситуация. Ну вот таким вот образом, желательно, чтобы к данному микрофону, у вас еще были такие, знаете, звукопоглощающие штуки вокруг вас. Либо было бы здорово, если бы оформили комнату звукопоглощающими стенами. Тогда качество звука у вас будет просто улетным. Ну и опять-таки я повторюсь, что цена данного микрофона, она вообще, ну я не знаю, есть ли что-то еще дешевле этого микрофона с таким же качеством звука, скорее всего нет. Поэтому подумайте. И также, что как еще протестируем мы данный микрофон? Я подцеплю его непосредственно, то есть сейчас запись идет при помощи. То есть я опять-таки повторюсь, да, его подключил к мини-звуковой карте Ugreen. Звуковая карта подключается посредством USB в порт к компьютеру. И сейчас звук пишется при помощи программы Adobe Audition. Как пользоваться программой Adobe Audition, используя те фильтры, которые в нем есть, чтобы улучшить качество звука, вы можете посмотреть об этом более подробно на, опять-таки, моем канале, на моем ролике, в моем ролике, где я рассказываю о микрофоне BM800, там я рассказываю подробно о программе Adobe Audition. Итак, а что будет, если мы данный микрофон подключим, опять-таки, к компьютеру, но уже без звуковой карты Ugreen? Итак, друзья, сейчас вы слышите звук, который пишется при помощи петличного микрофона Endure. Вот такой вот он маленький, даже прищепка больше данного микрофона. И так я подключил на данный момент микрофон к передней панели своего компьютера в разъем для микрофона. Панель подключена напрямую к материнской плате. Таким образом, я в замешательстве, потому что тот звук, который вы слышали до, он был с шумом, который на выходе имел такой же шум, который получался при записи звука посредством микрофона BM800. И так вы сейчас слышите, что этот шум исчез. То есть проблема была в звуковой вот этой вот карте. Но так или иначе, когда я подключаю данную карту Ugreen, то и я слышу через наушники хорошее четкое звучание. Все шумы на компьютере на железе пропадают. То есть таким образом сейчас вы слышите звук, в котором присутствуют именно какие-то шумы железа, металла. Это связано с самой аппаратурой самого компьютера. А проблемы в микрофоне здесь нет. Таким образом, проблема заключается в самом компьютере и в самой именно панели, через которую проходит звук. Таким образом, на вашем компьютере может быть все по-другому, и тут говорить однозначно не приходится. Таким образом, дать точную оценку сейчас на данный момент я не могу, с чем все связано. И поэтому покупать ли данный микрофон, решать, конечно, вам. Но я думаю, что в большинстве случаев такой проблемы, как у меня, у вас быть не должно. Таким образом, пока я писал данное видео, я записывал еще пару роликов, и у меня образовался такой опыт, где я разочаровался даже в какой-то момент в микрофоне Endure, потому что я записывал его через вот эту вот звуковую карту, которая, по сути, должна улучшать качество звука, но вот такой шум присутствовал, который, по сути, устранял вот эти все механические шумы от самого компьютера. То есть непонятная ситуация такая, и как ее решать. Ну и также я не хочу, чтобы этот шум присутствовал при записи, и также я не хочу, чтобы вот этот металлический шум присутствовал. Ну, как мне поступить, я пока буду думать. И что мы видим, да, когда я заказал микрофон, вот такой вот еще переходник идет с данным микрофоном. То есть звуковая карта, она работает, когда мы ее подключим к USB порту. Таким образом, мы подключаем микрофон в разъем для микрофона данной звуковой карты. И также есть два выхода для наушников. Но было бы удобнее, если бы здесь было два выхода для микрофона на самом деле. Но я вот еще не пробовал вот этот переходник подключать. Возможно, если я подключу сюда переходник, который, по сути,
Этот переходник я купил, это дешевый аналог, который я купил в магазине. То есть этот адаптер мне должны были положить в посылку вместе с данным микрофоном Endure. Но его не было, мне пришлось вот такой вот аналог приобрести. И я подключил его к телефону своему, смартфону, айфону. И таким образом я попытался записать звук при помощи Endure, подключив данный переходник. Но таким образом у меня ничего не вышло. Звук по-прежнему писался через именно микрофон, встроенный в телефон. Вот такие вот проблемы возникают. И я на самом деле во многом в замешательстве, что и как. Поэтому напишите свои комментарии, если кто-то сталкивался с данным микрофоном, с данной аппаратурой, как вы решаете данные проблемы. И те люди, которые будут смотреть данный ролик, они, конечно же, вам скажут спасибо за это, за ваш опыт. И таким образом можно даже создать под данным роликом в комментариях своего рода форум. Я буду признателен, если вы будете делиться своей информацией, как звучит у вас микрофон данный, и как вы решаете те или иные проблемы. Вот ведь как бывает, обычный микрофон, но столько нюансов, которые порой приходится вникать самому. Таким образом, я попытался быть для вас полезным. Если у меня это получилось и вам понравилось видео, непременно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я буду вам признателен. Также, если у вас возникли какие-то вопросы, непременно задайте их внизу под видео в комментариях, я непременно на них отвечу. И что еще под конец видео я могу вам предложить, протестировать данный микрофон, каким образом? Просто подключив синтезатор и послушаем, какой пишется звук при этом. У меня нету гитары, нету какого-либо иного живого инструмента, чтобы проверить. Но вот именно электронный звук, есть такая возможность его произвести и послушать, как записывает его данный микрофон. Thank you.